как все вы знаете, Международный день китов. 19 февраля отмечается Всемирный день китов, который также считается днем защиты всех других морских млекопитающих. Всемирный день кита отмечается с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел и продажу китового мяса. Соответственно, наша композиция, а сегодня будет играть Ольга Носов и Николай Алексей Борисов, будут посвящены особенно китам и всем морским млекопитающим. Спасибо за внимание. Итак, приступим. Я помню, какое китовое мясо консервировано в советское время, было шикарное. Но он ничего не видел. В банках. Как килька, китовое мясо. Ой, нормальное было. Правда, его так сложно достать было. Обычная банка, круглая. Да. И он там плотно так лежал. Один или два куска всего там. Да. Ну, своеобразное, конечно, мясо. Сейчас нет больше? Нет вообще. В Японии есть. Они же ловить продолжают, им плевать на законы мяса.